первый раз хочу рассказать честно. Меня воспитала улица. Девочки, я вам деньги давать не буду. И полученные деньги, которые тут же проиграли в карты. Ух ты ж, даже такая информация есть. Да. Любая женщина, она должна нести ответственность за то, что она делает. То есть государство не обязано мне помогать, в принципе. Всем не угодить. Кого-то это устраивает, а кому-то это мало. А у вас нет высшего образования. Это просто удивительно. Парадоксально, я понимаю. Стоп! Народ, человечество, посмотрите, к чему вы пришли. Оказывается, можно радоваться в принципе и тому, что есть. Честно, с Сергеем Пономаревым. Пятница, 20:10.